Բարև ձեզ, հարգելի լրագրողներ, սկսում ենք Արտոփյունիկ հանդիպման հետ Հայա մամուլի ասուլիսը, որի ներկայավոր Արտոյի գլխավոր մարզիչ Դմիտրի Գունկո, Դմիտրի Վանչ, սնաչալ ամաչի։ Ну, мы четко понимали, что у нас сегодня будет очень сложный матч. Тщательно разобрали соперника, готовились. И таким сложным он и получился. И несмотря на то, что мы играли, скажем так, не свойственный себе футбол, но это было, скажем так, запланировано. Арцер? Контрим. Նոր սխեմայով թիմը խաղում, ինչ հետ էր դա կապված, Փյունիկի հետ էր կապված հեղափոխությունը, ու առհասարակ ինչ նպատակ ունի։ Вы сегодня играли новой схемой. С чем было это связано? Было ли это связано с Пьюником или это просто... Да, совершенно верно. Это было связано с командой Пьюник. Арцель. Ну, залогом победы в сегодняшнем матче было командное терпение, да, такого чувства футбольного. Потому что все-таки большинство времени комментариев создавал моменты, но ваша команда организованно играла, во-первых, защитить. И во-вторых, вот это терпение, по-моему, принесло вам удачу. Согласен с этим? Я полностью с вами согласен. Именно об этом мы и говорили. Мы не собирались играть в открытый футбол, это очевидно. Но имели моменты и их реализовали. И этому помогло терпение. Аль Харцер? Арсен Бегляни, 24-й. Чем было обусловлено отсутствие Арсена Бегляни в стартовом составе? Ну, тем, что я понимаю, что когда меняется полевой футболист и не выходит в стартовом составе, один из предыдущих, кто выходил в игре, да, полевой футболист, не очень заметно. Когда вратаря меняешь, всегда задают вопросы. Но вратарь такой же полевой игрок и тоже имеет право на ротацию, на отдых. Лишь с этим связано. Мы выбираем из всех футболистов, которые у нас есть в обойме, кто находится в данном конкретном моменте в лучшей форме, и исходя из тактических идей команды на игру. Аль Харцер, Шкан, Шнуракалдзе, спасибо. Спасибо.